А? И сюда. На дне интересно. 14,7 и на 13. Что, я сами это хочешь сказать? Да. Туляныч, ты не переживай. Я, кстати, о тебе сегодня тоже позаботился. Спасибо, спасибо. Если вдруг. Привет, друзья. Канал Посвящений Зазочку, Петючек. Ну что ж, друзья, выехали мы на рыболовлю на один из заливов Дніпра. Будемо сьогодні часто впиратися на судака. Ну це я пока так кажу, а там буде видно. Ну що ж, 7 часов ранку, поїхали його шукати. Так, ну що ж, така у нас уточка. Так, ну що, його попробувати, а? То ли педик, то ли йод. Да. Йохали, бабай. Слизота неймоверна. Так, ну що. Понеслась. Ого, а зразу 15,5 з 13. А там пупок. 14,5. Тут 12,5, 14, 12,5. Даже 14,5 тут. Вообще. Так, друзья, помним половить приглядочку. Так, що у нас тут? Видно, як опускається. 12 метрів. Пішов. Ну.
Да, наклон такий, наче йде, наче струю дають. Ну да, середину залива йде. Так, не видно. Не видно на холоді як. Внизу працює. Тільки що видно було. А, о. Пішла аномалія ось тут. Ще раз. Ой, як видно. Койот. Перший, я розумію, Вова пішов, да? Пішов ловить на гірлянду. У нас тут тринадцять і три. Ні, тіго. Ні, щось там на дні. Вроді присутствие є. О, ти йо, ти йо. Ні. Хоча. Чуть вудочку з рук не вибив. О. Єсть. Сюда чело. Дождь, конечно. Ну. Бежи. Есть. Так что почин есть. Зеленый, да? Да, зеленый с голубеньким. Блин, он мне кивка одервал нафиг. Капец. Красота, ничего себе. Это камера, да? Да, капец. Видно? Что-то не то мы с собой носим, блин. На сундука, да? Не мой. А да такая муть. Пустота. Нет, я понял, грузком мути трохи. Не, ну тоже. Ну, там плавлено. Вот она, не чисто прям. Ну, рыбы нема. Круто. Так, что у нас тут с дном? Ну, интересно, там есть местинка такая. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем на такой балансирчик. Что он нам скажет? Что там за кипиш? Ладно, друзья. А? И сюда. А, ты набрал чир? Да. Засранец. Ох, и поклевка у него. Хорошая была? О, такой подброс. Да. О. Хорош. Хорош.
упираемся, блин. Не знаю. Так, а ну. Сейчас, леска. У тебя какие-то коричневые, да, Вов? Вот такие? Такие. А ну покажи. Коричневый, блин. Поменьше размера, по-моему, да? Вроде норма есть. Покажи. Что? Не такие вот? Такие. Цей, у тебе меньше размер. Похожий, но светлейший у меня. Светлейший? Да. А размер? Размер меньше. Вот такие, да? Да. Ну, крупную, наверное, не хочу брать сейчас. Ну что, друзья, геймовер по рыбалочке. Більш покльовок не було. Йдемо вже до машини. Погода змінилась, така холодрига. Капець. Я раніше таких можливостей не боявся, а це скину кілограмчиків. Нормально. Тепер мерзну. В общем, друзі, така от рибалочка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це буде Україна. Пока.